Губернатор Московской области Андрей Воробьев в формате видеоконференции провел совещание с вице-губернаторами, заместителями председателя правительства Московской области, руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов. На нем обсуждался ряд актуальных вопросов, касающихся жизнедеятельности региона. В начале совещания Андрей Воробьев уделил внимание реализации поручения президента России по ежемесячным выплатам малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет включительно. В этом году в Московской области ежемесячная выплата предусмотрена для более чем 120 тысяч детей, проживающих в малообеспеченных семьях. Для нас очень важно, чтобы каждая семья четко понимала, на какие выплаты она может рассчитывать и, соответственно, их своевременно получать. На совещании обсуждался ход работ по ремонту почтовых отделений Московской области и приведение их к единому стандарту. Регулярно в почтовые отделения приходит большое количество людей, это более 3,5 миллионов. И наша задача до 1 августа 2020 года, соответственно, все их привести в порядок. На совещании также рассматривался пилотный проект по внедрению системы видеомониторинга контейнерных площадок. Его планируется реализовать для осуществления контроля за своевременным вывозом отходов. Цель этой работы – сделать уборку, вывоз мусора еще более эффективным, чтобы мы раз и навсегда ушли от потока жалоб на переполненные контейнерные площадки. Для внедрения пилотного проекта определены 544 адреса в 38 городских округах, где жители чаще всего обращают внимание на состояние контейнерных площадок. Система мониторинга в автоматическом режиме сможет определять факт переполнения контейнеров, навалов и незаконного сброса отходов.